ну, едем. Так, давай, поехали. Так, ребят, мы уже приехали. Куда там, в Калинщинск? Да, в Калинщинск. Не могу запомнить. Я тут, короче, так, знаю одно место, тут да. Гаражи есть. Ё-моё-моё-моё. Туда мы сейчас едем. Понятно. Так, что-то у меня тачка заглохла. Так, давай. Гони. Так, о, вижу какие-то гаражи. Да, вот это гаражи. Так. Капец, у нас жиги быстрые, конечно. Так. Так, нормально. Так, ща. Так, ну все, я вышел. Припаркуемся. У меня 6 косарей, ребят. Нож мой. Вот все мои деньги. Ключ. Смотри. Багажника там еще вещи. Так, ну смотри, я на 6 тысяч могу за 5 тысяч. Ну, смотри, гараж он такой маленький. Он вообще открыт или закрыт? Закрыт. Угу, реально закрыт. Поэтому я думаю, за 5 тысяч торгуюсь. Я не знаю, почему, но вот этот реально закрытый. Да. Ладно, тогда сейчас... А, там же... Там сейчас. А, да, вот на двери нацарапан номер. Надо потом это как-то стереть будет. Так, сейчас. Угу. Ну, может, у меня тоже, кстати? Слушай. Так тут вроде вот на этом не написано, на этом написано, на том не знаю. И звонить. Так, звоним. Вот сейчас подойдет. Так, звоним. Алло, добрый день, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я по поводу гаража, у вас тут какой это второй гараж, да. Хочу купить, ну, за... 5-4 тысячи. Ну, в принципе, за 5-500 меня все устраивает. Блин, давайте, может, за 5 у меня сейчас жизненное положение. 5-100. 5-100. Где я возьму 5-100? Я алмазы не хочу. Ладно. 5-100. Всё, ладно, я всё. Сейчас полайнул, на свидание. Все, давайте. Пока, блин. Подойду. Так. Ну что, Никит, ты там все договорился? Где я ему 100 рублей возьму? У меня только 6, либо 5. Ну, у меня за 6. Я же 6 покупаю. Я за 5, у меня жизненное положение, я ему сказал. Жизненное положение, блин. Я пойду осматривать гараж. Окей. Так. Что там сзади, может, подкоп не сделали там вообще? А я сейчас будет ближе обидно. Подъеду к своему гаражу. Так. О, дрифтом жжу. Так, ребят, ну гараж я смотрел, вроде бы угона нет. О, привет. Я, короче, купил уже гараж себе. Так, аккуратно, круто. Чё, какой этот гараж, да? Да, ой. Сколько время вообще? 13:05. А где он вообще должен быть, дрифтер? Не знаю. А ну покажи гараж. Поеду. Окей, сейчас. Это ворот гона. Жестко. 13:05, где? Я не заглушу, ладно. Все равно сейчас поеду. Так, открываемся. Вот. Неплохо там что-то. Здесь даже первое. Лиана у тебя тут пожить. Немножко заброшен. Да. Ну что? Ну окей, тогда я сейчас буду ждать. Открывай там. Так. 13:06. Так, все, я недоступно. Серьезно? Недоступно. Он мне еще, наверное, заблокировал. Так, где-то ну, мы вот поехали в эту сторону. Еще здесь не был. Кружочек сделаю и вернусь. Так, все. Подъезжаем к гаражику. Там на дороге так встанем. Все, будем ждать. Ну, ждем. Как бы он меня заблокал. Походу, и вообще не знаю, что делать. Так, подъезжаем. Где мне же... О, кто-то ёкарный бабай. Опа! Не дрифтёр, как он это сделал на 80 лошадиных сил. Здрасте, короче. Ну, я... Вы по поводу гаража? Вот эти 5-100. Ключи хотя бы покажите, давайте. Ключи давайте. Так, сейчас поищу. Так, вот... Вот, ключи, вот, да. Угу, ключи есть. Откройте гараж, сейчас мне всуньте ключ от вашей квартиры. Ничего не будет. Вот, открыл. Так, вот. Ящики. Вот здесь еще что-то оставалось.
какой-то дед оставал что-то письмо какое-то. Письмо. Давай. Окей, потом читает. Окей, потом починаю. Мой дедушка, походу. Ладно, окей, верю вам. Сколько? На пять тысяч, короче. Пять тысяч. А где мои 100 рублей? 100 рублей это... Пропьешь ты их, короче, знаю я тебе. Ты что, офигел? Потом, ладно, короче. У меня вообще нож есть, давай. Не... Сейчас, короче, зарежу. Давай. Ладно. Короче, значит, все, не буду тебе платить, ты меня бьешь. Вообще. Так все, давай. Включи давай. Включи давай. А, все, давай. Я сейчас тебе колесо проколю, ты понял? Ты что, офигел? Я твоя, вот, вообще. Одно движение, и вообще я тебе колесо проколю. Я тебе движок сломаю. Как ты мне его сломаешь, ты? Я вот так вот, на. Сейчас полицию наберу вообще. Давай, включи. Забирай свой ключ. Нафиг надо, все, поехали. Нафиг все равно надо, все я... Тебе колеса все равно проколю когда-то. Сейчас в дом врежется, короче. Ай-яй-яй! Так, что у нас тут? Окей. Что у нас в ящиках? Потом как-нибудь узнаем. Сейчас пока мы ждем Назаруса. Самое интересное это... Так, привет, внучок. Если ты уже тут, то значит ты меня ищешь. Меня нет в городе, связаться со мной ты никак не можешь. Мне нужно бежать. Узнать, где я, ты сможешь. Где... Сир, мне пор... Ага, понятно. Привет, кстати. Здорово. Походу... Записка от дедушки. С какого дедушки? Да моего. Он что, здесь жил? Да походу... Ну да, я знаю, я помню. Приезжал к нему на летние каникулы. Ну, вроде что-то переезжал. Ну ладно. Денег. Ладно. Угу. Так, да. Понятно. Так где мне жигули? Так, вот теперь мне сейчас... еще искать деда надо, понятно. Кстати, я гараж вот купил. Я пешочком прогулялся к тебе. Я гараж купил. Поздравляю. Я вообще не знаю, почему я здесь. Заводимся и... короче, давай сейчас... Есть ко мне, уже подвези меня к жигулям моим. А то я к тебе пешочком пришел. Я, мама, жесткий дрифт вошел. Так, ну, садись и... А где твои жигули? По прямой. Окей. Вот. Ё-моё, на ходу прям. Сумасшедший. Так, а я сейчас пойду... вот этот же подъезд. Едем, ё-моё. Сейчас, подожди, тут мой раньше просто дедушка жил. Серьёзно? Да, вот я же говорю, он должен был переехать, и из-за этого я... Думал, что он уже... Надо мне это быстрее догнать. Давай, я в подъезде. Ой, куда я зашёл вообще? А, блин, тут же... Что-то здесь какой-то... Подожди. Подъезд. Я тут уже потерялся. В другую дверь, выходи. Так. Он, здорово. Выходи. Где ступеньки? Ты? Да, валилось тут, конечно, все. Где моя жестка? Где твой дед жил вообще? Так, сейчас это вроде... Короче, на 7-м он жил. А мы... Ай-яй-яй-яй. Лифт тут немножко не работает. Ну, в те времена он еще работал. Сейчас, походу, новый будут ставить, поэтому... Возможно. Так, вроде бы это тот этаж. Или нет, он... Сейчас надо вспомнить.